В Красноярске продолжают работать продовольственные ярмарки, на которые съезжаются фермеры со всего края. Одна из них открылась этим утром возле музыкального театра. Там собрались около сотни участников, среди которых и частные хозяйства, и представители агропромышленных предприятий, и обычные дачники. Уже традиционно они привезли свежее домашнее мясо, колбасы, сыры, но упорно этот раз сделали на саженцы многолетних растений и цветов. Они заняли целый отдельный ряд. Ярмарка будет работать до 6 часов вечера. Молоко, творог, значит, яйцо привезли, хлеб, хлебобулочные изделия. И в основном сегодня как бы у нас ярмарка посвящена цветочной рассаде. Есть возможность продегустировать товар, также попробовать и поделиться также опытом. Это немаловажно. Пообщаются. Они вот бабушки приходят, прямо человек 5-6, они между собой общаются.